patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, kas mus remia. Šiandien važiuoju su sunum pavalgyti trakus. Ir skambina telefonu man vairuojant mašiną garsiai žmogus, kurio pirmieji žodžiai buvo nenorminė leksika. Labas, Jonai, čia tu buvai. Labas. Pradėjau rėkui ir sako, turim čia įdomų svečią, pašnekovą ir seniai apskritai su Jonu nesimatėm. Seniai nekalbėjom su kuo nors iš Ukrainos ir mes turim svečią taip pat iš Ukrainos kovotojas, iš Polimo gvardijos. Vardu aš jo nevadinsiu, o ir nom de gea aš jo nežinau. Ir jis užsidengė veidą. Будем общаться на русском. Я еще не умею на украинском. Прошу меня простить за это. На славянском. На славянском. Да. Да, у русского своего нет ничего. Я просто сказал, что не буду ни позывным, ни да, именем. Да, просто да. Будем на «вы» просто. Да. И мы не планировали что-то либо точное на распорядке дня, но всегда, вы некогда говоришь, всегда всплывают вещи. Подними стул, ты совсем как маленький ребенок, как бывает в Максиме детей приводят в Жидиму Камбаре. Ну, хорошо, там... что мы не имеем в Максиме сейчас уже. Кайки сейчас уже, да. Матом кроет как старик, а сидит как дитя. Ну. Хорошо, господа, давайте мы договорились, что будем... Затронем несколько тем. Первая тема – это натура русского военного. И я часто спрашивал у людей, которые и литовцы там, и некоторые украинцы, доводилось ли общаться с пленным, и какие будут комментарии насчет динамики поведения, скажем, пленных или по ту сторону вооруженных? Естественно, доводилось. Пленных берем постоянно, и берем в больших количествах. Да. Специфика нашей работы такая. Пленные, как правило, это люди малообразованные, которые читают по слогам, когда мы даем им определенный текст, чтобы они зачитали, кто они, что они, где их взяли в плен, для того, чтобы был наш личный отчет. Да. Они даже такие вещи читают по слогам, когда объясняются, они не могут связать дважды два. Как правило, все люди, пришедшие на войну на это, это люди откуда-то с глубинки, люди, которые не понимают, как им зарабатывать деньги, кроме как вот пойти на войну. И 80% из них абсолютно честно говорят, что они пришли за деньгами, кредиты. Они хотя бы не лгут, да? У них нет смысла лгать, потому что мы изначально подходим с той информацией, что им ничего уже не угрожает. Мы оказываем медицинскую помощь, если она нужна. Что они уже будут обменены на наших, да. На наших побратимов. Да. И поэтому ну, смысл врать, смысл получать от них информацию, которая у нас есть. Мы максимум можем только подтвердить информацию, которую мы уже владеем. А получать от них информацию нам не нужно. Логика говорит, скажем, я, будучи в их сапогах, сказал бы себе, вот я, наконец, пленный, и, наконец, мне не грозит смерть, если я попрошусь политического... прибежища или что-то в этом роде. Такие бывают? Конечно. Это все есть, это все происходит, но для этого наши структуры подтверждают, что он не стрелял, потому что многие люди у них вынуждены были пойти на войну, да. Прям условно говоря, под оружием. Им не было, у них нет возможности пойти назад, потому что стояли заградотряды. Это не миф, это правда. Кадыровцы не чеченцы. Чеченцы – это великий народ, а кадыровцы – это совершенно не то. Они стоят сзади, и они никого не пускают, не дают им развернуться, уйти. Даже тогда, когда идет ожесточенный бой, и есть огромное превосходство в силах в наших. То есть, любая нормальная... армия позволила бы сдаться или отойти? Я считаю, что это нормально. Мы, мы живем в современном мире, конечно. Не феодальном каком-то, где идите. А, видимо, что русичи еще эти живут в феодальном мире каком-то. Есть такое мышление, такой notion, скажем, в Литве, что вот там идут воевать только дебилы с деревень, где единственная возможность заработать денег – это... контракт, и его милая его отпускает, чуть ли не потирая руки, что если его пристрелят, то придет там 20 или 10 тысяч евро. Но правда ли это в полном объеме? То есть, абсолютная неужели... правда. За исключением... То есть москвичи и питерцы, да. За исключением того, что идут одни дебилы. Среди них есть действительно грамотные военные.
угу. которые воюют с честью, у которых нет военных преступлений, которые... А кто-то больше, рядовые или офицеры? Это офицеры, это кадровые офицеры, да. Okay. Это люди, которые имеют честь вообще в образе жизни, угу. и они имеют честь в войне. Так. Их очень мало, на десяток тысяч человек, может быть, один, угу. но такие есть. И попадались такие и в плен. И в плену они себя вели так же достойно, так же честно, гордо, порядочно. И у них не было ни лукавства, ни вранья. Они просто либо не давали информацию. И здесь есть четкое понимание. Ну, есть человек, которого нужно просто ломать, mm-hmm. и с него можно получить информацию. А есть человек, которого ломай, не ломай, но информации никакой не будет. Естественно, с таким человеком совершенно другое обращение, с ним уже разговаривают. Мы ж не замечали ни одного момента, когда наши пилоты... наши водители бронетехники перегоняли в Россию бронетехнику и продавали. Такого не было, да? Не было. Угу. Но с их стороны это были и вертолеты, да. это были и танки, это было все. Угу. То есть это говорит о том, что у них в военной среде тоже есть какие-то свои непонимания, как, ну, наверное, везде. И они не хотят по большей степени действительно воевать. И многие кадровые офицеры, которые попадались в плен, они говорят, мы не понимаем, зачем мы здесь, мы не понимаем, с какой целью мы здесь. Мы не понимаем вот этого непонятного демилитаризации и так далее и тому подобное. Денацификация и так далее. Mm-hmm. Мы здесь, в свободном народе, требуем своих каких-то правил. И мы это презираем, но у нас есть мы военные, нам дали приказ, мы вынуждены его выполнять. Mm-hmm. И честь, и достоинство офицера обязует выполнить приказ, а потом его оспорить. Я услышал слово «ломание», по-моему, это было... Есть терминология. Ломать – это психологическое. Физически mm-hmm. мы уже прекрасно понимаем, что сформировавшегося мужчину, который, ну, ему все равно, что ты с ним будешь делать физически, и у нас нет методов таких. Mm-hmm. Как правило, из 100 человек 99 сами хотят говорить, а сотого нужно просто чуть-чуть подтолкнуть. Дать ему кодеина? Нет, дать ему возможность и понимание, что он уедет домой на обмен. Да-да. И они уезжают, они хотят, многие не хотят на обмен. Они подаются на убежище, подаются на политические, они придумывают разные лазейки. И были моменты, когда это все удовлетворялось. И некоторые просто сейчас ждут нашей перемоги. И после перемоги будут рассматриваться их дела по поводу того, чтобы давать им политическое убежище. Мы это записываем в субботу, я, конечно же, это выпущу сегодня же вечером. Ситуация на фронтах. Я вчера слышал, у меня есть постоянные, которых я слушаю, то есть это Майкл Наки у нас, Руслан Львеев и некоторые другие, говорили, что на фронте сейчас что-то вроде спокойствия. Насколько это долго и правда ли это? Нет, это неправда. Спокойствия на фронте быть не может. Но если по сравнению с Авдеевкой, если мы говорим относительно интенсивности, да. она стабильна. Угу. Просто сейчас мы немножечко в обороне. Русские многочисленными штурмами в день пытаются штурмовать позиции, разбиваются, откатываются, опять разбиваются, опять откатываются. И так вот оно происходит уже на протяжении, там, ну, условно, там, 3 недель, 4, может, 5. Давайте вернемся к русскому солдату. Русский солдат – это вообще, ну, раньше... будучи учившимся в школе, в институте, mm-hmm. я рисовал себе русского солдата. Это высокий статный офицер, который знает своему слову цену. И mm-hmm. цена это достаточно немаленькая. Это честь, это гордость, это уважение, это почет. На сегодняшний день для меня русский офицер – это вандал, насильник, мародер, убийца. Все, больше нет у меня ничего, что про них сказать. Я не военный кадровый. Но немножечко знаю про войну, и я понимаю, что и в войне должна быть честь. В этой войне есть честь односторонняя. Мы спасаем жизнью своих солдат, своими жизнями. Мы ползем за 5, 6, 8 километров для того, чтобы вытянуть ихнего раненого бойца, оказать ему помощь и отправить его на обмен, забрать своих солдат. Они убивают своих солдат, они их запугивают, они убивают наших раненых, они подстраивают диверсии с нашими ранеными, они убивают наших нераненых солдат, которых они берут в плен. Я прошу прощения, что такое диверсия с вашими ранеными? Алинивка, когда прилетела в больницу, где якобы там находилось наших 1500 человек, uh-huh. раненых,
которые лечились, и якобы наша ПВО туда отработала. Или наша артиллерия, я точно уже не помню детали. Но люди, которые, опять же, маломальски знают анатомию, маломальски понимают, что такое труп, они понимают, что когда показывают кадры человека, который умер только что, вот сейчас, и какое это будет тело, и когда показывают кадры человека, который умер уже 5, 7, 8 дней, когда тело уже синее, когда тело уже не имеет... Ну, в общем, люди понимают, которые смотрят. Да-да. То есть они просто взяли, утилизировали наших солдат для того, чтобы не было обмена. А я не понимаю, а что мы хотим от людей, которые насилуют детей? Мальчиков, девочек, детей. Что мы хотим от людей, которые минируют беременных женщин? Что мы говорим о людях, которые мародерят, воруют все, выкапывают с могил тела, захоронения, чтобы находить там драгоценности, золотые зубы? Что мы говорим о людях, у которого в телефоне смс-ки от его девушки... Привези мне уши и нос хохла. А в ответ на секундочку, я тебе привез глаза. Тебе что, этого мало? А цитата дальше. Я хочу собрать полный конструктор или лего, что-то такое. Это нормальное явление? У нас, литовцев, в генетической памяти есть кое-что, что нам не позволяет забывать такие вещи. Я верю. Но посадите в этот стул очередного жителя, скажем, Германии или тем более Франции, он просто не поверит. Ну, он скажет, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Welcome to Ukraine. И мы там все покажем наглядно. Всем и вся. Кто хочет увидеть эти зверства, я слышал такие нарративы, я 2 года безвылазно с боевых заданий, я слышал нарративы о том, что Буча – это подстроенный элемент. Я воевал Ирпень, Буча, Гостомель. Я был в Буче, я снимал, да. Вот, вы видели своими глазами, что подстроить такое просто невозможно. Я видел количество трупов, которые валялись на дороге, я видел связанных людей, которые валялись на дороге, расстреляны в упор, в голову, сзади. Даже смелости не хватало в лицо смотреть и стрелять. Я все это видел, и мне не нужно кому-то доказывать, что в моей стране какая-то другая страна пришла и что-то устраивает. Это очень важный момент, вы должны это понять. Я так говорю. Нет, я понимаю. Этот самый Такер Карлсон, он же сволочь не только потому, что он сволочь, но еще и потому, что он еще и не знает этих вещей. И в его мазерборде, в его процессе это просто не укладывается. Угу. Нужно, чтобы до таких доходило. Я вообще сторонник того, чтобы любая информация, профдеформации своей деятельности, любая информация требует подтверждения. Любая информация должна иметь за собой имя и фамилию, да. Событие и место, которое можно просмотреть. Если люди, которые хотят узнать реальность этой всей картины, они могут спокойненько зайти, посмотреть, какая была Буча, что было, какая была шла колонна на Бучу, и какая колонна сейчас осталась в Буче. То есть шла колонна, я точно не могу сказать в цифрах, но плюс-минус это 64 километра. Километра колонны, угу. Которую всю пожгли. Угу. Которые якобы дали... возможность дали нам, как они любят говорить, жест доброй воли, развернули часть колонны, там начали уводить, но ее никто не выпустил, ее дожгли. Угу. Я видел съеденных собак, которые прибивали на лестницу, которая ставится деревянная, лапы собак, они расчленяли. Я видел то, что они с собой увозят. Мы перехватывали их баулы, вот эти вот машины совсем. Это туалеты, унитазы, стиральные машинки, средства личной гигиены, зубные щетки, бэушные, уже используемые. Это... я могу сейчас говорить про их зверства, про их нечеловеческие поступки сутками. Потому что я все это ощущал. Я был на деоккупированных территориях, я деоккупировал территории, я был на оккупированных территориях. Я знаю, что сейчас происходит, что когда они оккупируют территории, они начинают ломать молодых людей до 30 лет. Именно ломать.
угрожаю им всячески, лишаю их всего, чтобы те получали русские паспорта. После этого они их отправляют в армию под любым соусом, под любым предлогом. Также происходит с людьми более старшего возраста. Но только если те не хотят никакую, отказываются полностью получать, они их просто вывозят в серую зону и под автоматами говорят, все, идите туда, если вы хотите там быть. Угу. И они просто отправляют людей на столкновение с огнем. Они прикрываются пленными, они прикрываются мирными. Они постоянно говорят, что мирное население здесь было, погибло мирное население. Естественно, мирное население там было, потому что они его туда привезли. Они вместе с ним, под ним прятались. Естественно, мы работаем туда. Это война. Мы не можем потыкать террористам. Судя по всему, ждунов в Украине уже не очень много, да? Нет, но они есть. И мы их планомерно, но мы их вычищаем, мы их ждем. Многие люди уже переобуваются. Многие люди приходят в армию, говорят, да, на самом деле я был там сторонником России, угу, туда-сюда. Я верил в Россию, я никогда не верил, что будет война. Когда началась война, это спустя уже 2 года. Да-да-да. 2 года войны. Я не мог поверить, что все это правда, пока я там не стал где-то кому-то что-то помогать, где-то куда-то что-то отвезти, и там что-то увидел. Да. После этого я понимаю, что я ошибался очень сильно. Таких достаточно, да? Они есть. Очень важно их не мстить им, правда? А зачем им мстить? Это человек, который заблуждался, он не давал никому информации. Угу. Он просто верил. Он мог у себя на кухне сказать, что он там ждет Россию. Но он, это не значит, что он будет сдавать военную технику. Или он будет сдавать россиянам нас. У нас и у нас. Ты заметил, что ждуны подняли свои грязные головы? Безусловно, я это каждый день смотрю по-разному. Я имею в виду, что я и на своей шкуре, и у нас на своей шкуре. Просто когда в Украине сейчас что-то... нету удачи, скажем так, на украинской стороне, наши ждуны начали уже поднимать головы. Давайте посмотрим на локацию вашей страны. Да? И вот если заходит сюда русская армия... Из Беларуси, конечно. Из Беларуси, естественно. Да. Что отрезается сразу же? Вильнюс. Еще? Сувалский коридор. Польша. Украина. Угу. То есть, получается, что Россия получает достаточно большой паритет. Минус возможность помогать нам. Я думаю, что... Наверное, ждуны есть везде, и будет какое-то давление, и будет какое-то опять разжигание конфликтов, и будет много чего. И я не утверждаю, что они будут нападать. Угу. Я не утверждал этого в 2014 году в Украине. Угу. Я не верил, что это будет в 2022 году в Украине. Но судя по тому, что происходит, я советую всем быть готовым. Знаете как, лучше сани пусть готовятся с лета, и лучше мы будем понимать, что они нападут, и знать, когда. Угу. А когда нападут, то мы будем готовы. Я могу смело сказать за себя, за своих побратимов, что если здесь будет такая ситуация, то мы будем вместе с вами стоять здесь и защищать ваш народ, так же, как наш народ. И мы будем всячески здесь отбивать эту нечисть, угу, потому что назвать это армией, это не армия, это орда орков, которая идет просто мясом. У них нету ни тактики, ни понимания, у них нету ничего. Они просто мясом закидывают живым. Они не забирают своих 200-х, угу, они не забирают своих раненых. Самоэвакуация. У них никакой нет самоэвакуации. Они, по последним данным, у них есть такое распоряжение, что если они сдаются или попадают в плен, то у них будет страдать их семьи в России. Даже так. И они стреляются массово. Сейчас посмотреть, они массово стреляются, они взрывают себя. То есть, когда уже неизбежное пленение, они это делают, да? Да. То есть, вы понимаете, до какого уровня их зажали? И насколько там кто-то отчаянный, что уже идет такими мерами война? Да. Это неуважение, это не то, что неуважение к своему народу, это геноцид своего народа. И этим геноцидом они пытаются устроить геноцид народа Украины. Люди любят считать, и говоря об этом, о том факторе, что на стороне России воюют люди не из Москвы и не из Питера. Да, и афроамериканцы были, и были латиноамериканцы, и были с Мексики люди. Можно ли надеяться, что когда кончатся эти люди,
скажем так, худшего качества, чем те люди, которые, как им кажется, лучшего качества, и начнутся москвичи и питерсы. Я думаю, что война прекратит иметь такой смысл, и москвичи и питерсы начнут поднимать бучу, чтобы туда не ходить. Угу. Я думаю, что это уже происходит, просто мы об этом мало знаем. И я думаю, что там тоже понимают, что если начать сейчас массово призывать москвичей, питерцев, то ну, будет конфликт очень серьезный. Потому что что такое москвич, который работает, не знаю, в каком-нибудь «Газпроме», и у него есть сын, которому там 18-22 года, и что такое Иван из Бурятии откуда-нибудь? Так вот, вопрос в том, кончатся ли когда-нибудь эти Иваны из Бурятии? Кончатся. Мы не кончимся раньше, чем они, это 100%. Угу. Нам сложно, нам очень сложно. Нам хорошо, что нам помогают, и эта помощь вовремя, эта помощь нужна. То, что мы не кончимся, это 100%. Ну, мы будем до последнего казака. Когда мы поймем, что надо уходить уже в подполье, угу. то мы из подполья будем делать не меньше, чем мы делаем сейчас просто в прямом столкновении. Это то, что я говорю скептикам, я говорю, это политическая нация, порядка 33-35 миллионов, которую победить просто невозможно. Если мы уже доходим до партизанской войны, это просто они влипли так, что... Но до этого даже не дойдет, по-моему. Я думаю, что не дойдет. На самом деле, если верить самим военнопленным, то у них там очень большие проблемы. Угу. Внутри правительства, внутри военного руководства, внутри нахождения общего языка, опять же, та же мобилизация и так далее. Вот все разгоняют, да, в Украине там мобилизация, там закидывают машины и так далее. 70% это фейк. Угу. Это фейк, который построен где-нибудь там в том же Донецке, Мариуполе и так далее. У нас есть такое, но у нас это есть в каком плане? Когда человеку уже вручили повестку, угу. он должен выполнять свой гражданский долг. Да. Это закон, это правило. Угу. Мы живем в правовом государстве. Человеку сначала дали повестку, потом протокол должен явиться. Он явился, не явился, он явился, ему дали уже приписной. Потом он пошел там домой за вещами и начал бегать. Все, это уже уголовная ответственность. Угу. Естественно, его ищет кто? Правоохранительные органы. Да. Они имеют право во время задержания его скрутить, сломать, запихнуть его в машину. Чем они занимаются? Они выполняют свою прямую обязанность. Mm-hmm. Многие люди просто, которые увидели это где-то, сняли на свой телефон, они это перекручивают на то, что это делают ЦКшники, то есть военная служба и так далее. Ну, это не так. Еще нет ни одного подтвержденного момента, где бы сказал конкретно военный, что вот меня привезли сюда ТЦК с улицы. Говорили такое, что привезла полиция, передала ТЦК, ТЦК уже отправила его на КМБ и так далее. Угу. Ну, там, куда-то в часть. Да-да-да. Сейчас данные приходят, что российских 200-х и раненых уже порядка 800-900 в день. В начале инвазии. Тысяча. Даже тысяч. Тысяча плюс. В начале инвазии это были цифры 500. Это действительно такие цифры? Да, они просто мясо и мясо, и все. Просто мясо. Угу. Ну, смотрите, если взять вот последнюю тенденцию, у нас один штурмовик сдерживает 10 нападающих. Ну, угу. То есть, один в обороне сдерживает 10 нападающих. Я, в принципе, могу продемонстрировать это ихним конкретным текстом. Угу. Там есть ненормативная лексика. Ага. Тупо его стрелять нахуй, как поняли. Значит, зайдите и убейте этого одного ублюдка, который сидит там в этом, блядь. Закидайте нахуй гранатами, туда спустился один и загибил, блядь, туда один прячется, блядь. И тогда птичка вам ничего не сделает, у вас будет, блядь, где спрятаться от нее, как поняли. Вы действительно в состоянии загандосить одного, который там спрятался, нет? Зайти сразу с нескольких сторон, блядь, а не ждать, пока на вас птички весь прикомплект пьют. Вы в состоянии это сделать? И не надо кричать, что мы все там. Это открытый прослушиваемый эфир, блядь. Есть, сука, другая балалайка. Кстати, вас один человек сдерживает, один. Десятерых. И сразу с сторон. Зайти, заползти, блядь, закидать там нахуй все, блядь, что внутри находится, гранатами, блядь, через крыши, через проходы, вы не смеетесь, блядь, один сдерживает всех, вы чё?
Волна слышит тебя. Слышит тебя. Это сержант или офицер? Это русский, это перехват русских. Да, но это сержант или офицер? А, я же не знаю, это перехват. Суть в чем? Конец этой истории такой, что наш старший солдат развалил 10 наступающих, был немножечко ранен, угу. и был спокойно, успешно эвакуирован. Угу. В последнем штурме 4 человека сдержали 30, развалили все 30, ликвидировали 2 их техники, одна техника смогла уйти, но в подбитом состоянии. Ситуация, когда один ваш БС остается, это же неординарное. Это неординарно. Это бывает такое, что когда боец остается, потому что он либо может заблудиться, он уйти на позицию. Такое бывает, это война. Ну, мы не ходим с GPS-ами, там, с картами, и это ночью, надо идти на ощупь, чтобы ни себе не светить. Он может идти, там, выходить на позицию, где-то отблудиться, заблудиться. Ну, это война. Каким путем он там оказался, я досконально не могу сейчас сказать. Точнее, я не знаю. Чтобы сказать. И факт в том, что сегодня Украина показывает колоссальные результаты в умении и тактике работы. И русские этого не умеют, они этого не делают. Но они учатся или... Они учатся чуть-чуть в другом направлении. Они учатся в направлении развития техникой. Здесь они учатся, да, они учатся очень сильно. Здесь им можно только позавидовать, у них есть количество дронов у них есть. Не говорю, что они качественные, у них есть количество техники. Вот в этом плане они развиваются. И они идут семимильными шагами. Они воруют у всех. Угу. Я уже говорил нашим друзьям, знакомым, что когда разработчик что-то разрабатывает, военную какую-то инвентарь, будь это оптика какая-то, будь это просто прицел, там, тепловизионный, ПНВ, ночник. Угу. Почему-то все думают, что нужно заказывать в Китае. Когда в Китае заказывают это все, китайцы понимают, для чего это, и они сдают эту информацию уже русским. Угу. И когда производитель, который нашел, придумал, замудрился, сделал, у русских уже есть то, что работает против его прибора. Йонас, так мы плавно пришли к дронам. Ты, я, насколько мне известно, только что катался тут по северу Вильнюса, где у нас лазерное производство имеется. Да. Освети нас вообще, как там дела с вашей инициативой, радаром? Ну, если коротко, это, конечно, уже успешный вариант. Мы сейчас собрали там, 80,5 миллион евро сейчас. И уже покупаем такие комплекты. Это значит антидрон литовский. И это личный, да? Который себя, там, на себя, боясь на себя. Угу. Например, они используют, можно сказать, как они работают. И без этого там ночник называется, там ПВС, который сейчас на каске. Без этого там ЛЦУ, лазерный указатель, который сейчас на оружии, скажем так. Это комплект, передадим сейчас в разные подразделения. Значит, это комплект мы сейчас продаем в разные подразделения, в том числе и им. Uh-huh. И посмотрим, как это все работает. Мы, конечно, понимаем, что это все, это все такое литовское производство. Конечно, нам это очень приятно. Uh-huh. Сотрудничаем дальше там с производителями по этим темам. Попробуем сказать, как это работает. Не знаю, что это хорошо работает, но как-то будет можно лучше, можно начать по-другому. И это именно часть процесса, как это именно развивать наши способности участвовать в войне в Украине, в Литве. Я считаю, что в Литве, мы, условно говоря, уже воюем. Не как традиционно, как со своими бойцами там, да. на поле боя и так далее. Это рядом с нами все происходит. Мы знаем, на будущее никаких гарантий нет, что будет дальше. И сам считаю, что угроза войны у нас сейчас не маленькая. Не завтра, может быть, но через определенное время. Посмотрим. Россия не остановится. Точно. Россия уже по-другому, нынешняя Россия не может по-другому жить просто. Война им это нормально, это жизнь. Скажите мне оба, я всегда был пропонентом взгляда, что Путин это только последствия, не причина. Но все же я считаю, что, я думаю, что если Путин сегодня вот подохнет, да. то на какое-то время шанс на... Нет. Нету. Нет.
То есть машина запущена, система шестеренок и... Ну, там завязано очень... Вот по поводу того, что Путин там инициатор. Путин – это штопор, который открыл вот эту бутылку. Да. Из которой плещет, плещет, плещет и плещет. В скором времени там эти газики закончатся, и все там закончится. И конфликт будет прекращен только тогда, когда население, интеллектуальное население России поймет, что их просто утилизируют. Защита интересы. А как они это поймут, если скажут? Когда их не дети начнут там погибать. Угу. Оно же пока не коснулось тебя, то оно прошло мимо тебя. А когда оно коснулось тебя, даже через рукопожатие, то оно коснулось все равно тебя. И тогда начнется уже какая-то ситуация. Либо же, когда у кого-то в мировом сообществе отрастут яйца и начнут давить политически Россию. А не ходить вокруг да около, дадим, не дадим, поговорим, не поговорим и так далее и тому подобное. Угу. Но это не будет Трамп, наверное, или это будет Трамп? Вряд ли. Это, к сожалению. Ну, может быть, это формат не будет сейчас, что там будет дальше по Америке. Да, ну, конечно, понимаем, прекрасно, сейчас ситуация очень-очень сложная, и что будет дальше, мы не знаем. Готовиться, как говорим сейчас, это надо по-разному. Я считаю, что на данный момент, например, в Литве, но не только, конечно, это, но в регионе, в Европе, мы не понимаем, что нас сейчас грозит, что у нас может быть. Я тоже там, общаюсь, смотрю, слышу, там, что и как, и я действительно понимаю, что происходит в Украине, и как, в том числе, как Россия там ведет себя, как Россия, условно, воюет. Мы об этом очень мало поняты у нас. Это, к сожалению. Мы думаем, мы типа Запад, мы сейчас там по-другому, у нас есть технологии, у нас есть там такое понятие. Мы знаем, у нас тут вечная война уже в Литве, танки против дронов. То есть, ну, условно, например. Пропоненты того и пропоненты против. Наш, честно, правительство сейчас говорит, что там, что надо купить танки, но где-то через, условно говоря, 10 лет, которые сейчас, уже сейчас, но сомнительно, что оно именно с польс эффект танков. Война, сфера войны сейчас меняется. Я просто вступлю здесь в ситуацию. Да, конечно. Сколько стоит танк? Много. Ну, плюс-минус диапазон. Ну, где-то там, условно 2-3 говоря, миллиона, ну, да? Где-то 40-50 миллионов. 40-50 миллионов. Глупо сказал, больше, да, в 10 раз. Да, конечно. А сколько на... Давайте возьмем 30 миллионов. Угу. Сколько можно на 30 миллионов купить дронов? Очень много. Сколько нужно дронов, чтобы ликвидировать танк? Ну, макс... Два, три. Да. Это при неумелом использовании. Да. При умелом хватит одного. Вот она вся математика. Это я прошу прощения, М1А1 4.3 миллиона. Domestic cost. Да, за границей 10 миллионов. Не. Это гораздо больше. Ну, окей. Вот. Вот же она вся арифметика. Сколько нужно человек, чтобы обеспечить этот танк? Сколько нужно иметь помещений, что нужно, солярки, дизель, топливо и так далее и тому подобное. Что нужно для того, чтобы этот танк в кратчайшее время ощутился с точки А в точку Б на расстоянии 150 километров? Да. Время. Да. Время, ресурс и так далее. Что нужно для дрона? Для дрона нужно просто поднять его в воздух. И со скоростью 110-120 километров в час он прибывает в место. Ну, мы говорим пока о виртуальных расстояниях. Поэтому польза в танках даже у россиян она отпала. Да. Даже один какой-то там из главных инженеров, он же генерал, сказал, что нам не нужны танки, нам нужно лучше 10 тысяч дронов вместо одного танка. Мне не нужны танки здесь, на моем направлении. Ребята, но никто же не говорит о том, что то или танки, или только дроны. Это же экосистема того, и третьего, и другого, и разведки, нет, и так далее. Нет, у нас современные реалии войны. Просто можете говорить, что вы доказали, что танки – это уже прошлое. Неэффективно. Угу. Да, танк – это неэффективно.
Это хорошая вещь, но она не настолько эффективна, как 5 дронов. Как она один была танк раньше? Не настолько эффективен, как 5 дронов. Угу. Вот давайте вот, ну, просто так вот. Не, ну, я понимаю арифметику, конечно. Да. Но я просто я призываю взять во внимание. Мы говорим даже не за финансы. Я призываю взять во внимание очень важный аспект – это господство в воздухе. Что в случае НАТО – это просто то, что есть на столе у нас. Да. Это очень важный аспект. И с дронами против там, F-22 ты не повоюешь. С танком тоже. С танком тоже. Да. Okay. Ну, с F-22 пока с дронами не воюешь, конечно. Это уже... Ну, это роботизация войны, скажем так, mm-hmm. какая-то происходит. Уже дроны, роботы и так далее, так далее. Будут воевать, ну, условно говоря, не люди, а ну, механизмы, аппараты. I'll be back. Ну, типа того, так, да. Если взять из расчета того, что я бы имел понимание, что я есть человек, который один из участников принятия решения, как мы будем вооружаться, зная современные реалии войны, пробывши на этой войне и будучи, находясь еще на ней, и мне задают вопрос, чем будем вооружаться? Вот идут такие современные реалии войны. Чем будем вооружаться? Первое, чтобы это было, это были бы дроны в товарных количествах. Угу. Второе, это были бы качественно обученные пилоты. Угу. Третье, это были бы качественная техника для передвижения живой силы. Не танки, а быстрая мобильная техника. Это пикапы, желательно там частично бронированные, там усиленные. Это квадроциклы. Угу. Сегодня вот это реалии войны. Да, да. Сегодня на бэхе залететь в окоп, это, конечно, классно. Но пока если ты будешь на этой бэхе подъезжать, в тебя прилетит столько всего, что эта бэха просто не доедет. А когда ты подъезжаешь на, там, с двух, с трех, четырех направлений на квадроциклах, да. Во-первых, это эффект неожиданности. Во-вторых, они есть электрические, которые едут очень тихо. В-третьих, они не греются. На них навестись втором очень сложно. Да. В-четвертых, они мобильные. И когда летит снаряд, ну, нормальный профессиональный военный увидит, откуда был выстрел, он увидит, что в него идет, он может дать газу, там, в крен уйти или еще что-то. У нас уже, ну, оно не то понимание. Если кто-то себе еще думает, что война – это когда идет танк, за ним идет группа пехотинцев, и они штурмуют что-то. Классика. Да, оно присутствует где-то по необходимости, точнее, по невозможности использовать что-то другое, и за отсутствием его. Угу. Если бы у меня было 10 дронов и танк с 10 пехотинцами, я бы отправил туда 10 дронов. Угу. Потому что я 10 дронами дистанционно разобью окоп, я ликвидирую врага, и я получу свой результат, который я хочу. И потом мои пехотинцы туда просто зайдут и займут его, и все. И мама дрона не будет плакать. И мама дрона не будет плакать, что самое главное. Mm-hmm. Так как мама, какая бы она ни была, русская она или украинская, или европейская, она мама. Как далеко продвинулась радиолокационная борьба? Я понимаю, что это всегда кошки-мышки. Там сильнее радар, там сильнее антирадар. Mm-hmm. Какая ситуация сейчас? Точно так же. У них появляется что-то сильнее, нам помогают чем-то более сильнее. Опять. И так далее. То есть, это будет постоянные кошки-мышки. Тут предела не будет. А искусственный интеллект в черепной коробке дрона, он ему не нужен, уже будет. Нет, он не будет бояться радиоэлектронной бомбы, так выходит. Да. Он увидит визуальный идентифицированный. Да. Мы сегодня как раз про это разговаривали. Это дрон, который уже летит в цель, и ему не нужен оператор. Mm. Это еще один уровень войны. Когда приезжает оператор, запустили разведчика, определили цели, раздали цели, выпустили, сели и уехали. А дроны просто полетели и выполнили свою задачу. Но у русских то же самое, вот что. Да, я же про это говорю. Про то, что в этом плане, что русские, они не отступают. Mm. И они идут, если не на два шага вперед, то в ногу. И нужно сегодня смотреть вперед, для того, чтобы идти на 5-6 шагов дальше, чем они. И они так успешно шагают из-за китайского фактора, наверное, да? Обязательно. Китайский, иранский фактор. Иранский тоже, да? Да. Угу. Вот собаки. А, нет, не соглашусь. Собаки – это добрые, ласковые животные. Я имел в виду злые собаки. А, и злые собаки. Это хорошо. Собаки. Она укусила, она потом заскулила, ей плохо. Это животные. Это вот прямо действительно орки.
которые вылезли грязные, вонючие, неотесанные, невоспитанные, не имеющие образования в большей части и в большей степени своей, и которым просто нужно вот хабальное пожрать, хабальное воровство и так далее. Я же не просто так про это говорю. Я разминировал ребенка, если мы можем о таких жестких вещах. Мы можем. То есть труп ребенка, да? Тело ребенка 6 месяцев, 6-8 месяцев максимум внешний вид. Это начало войны, это Буча. Я еще не имею такого большого опыта. У меня, естественно, как у родителя, рефлекс сразу какой, ребенка укутать и вынести его оттуда, и уже потом... Ну, то есть я не знал, что я хочу делать, я просто хотел забрать его оттуда. Да. Более старший, более опытный товарищ меня остановил, говорит, вот смотри, говорит, пулевые отверстия есть, крови нету, ага. Тело принесли. Да-да-да. Ну, он меня просто успокаивал, потому что, ну, чтобы я его не отталкивал, ну, я не подумал, что он мне мешает. Он прощупал, под ребенком было две гранаты. Ну, кем надо быть, чтобы минировать труп ребенка? Второй эпизод. Это мы недалеко ходим, это начало войны. Это мы говорим о том, что у них это не появилось, а оно у них было, они с этим пришли. Это шкаф, дом, частный сектор, шкаф в доме. В доме кто-то шкрябается, пищит. Ну, наш боец... Только открывать дверь, опять же, тот же более опытный человек говорит, не надо, просмотрели, был заминирован просто на открытие. Это рассчитано на то, что когда заходит человек, нормальный человек, с нормальной семьей, с нормальным воспитанием, с нормальным взглядом на жизнь, у него работает рефлекс. Если где-то мяукает кошечка, он ее побежит спасать. Да. Если где-то плачет ребенок, он кинется туда узнавать, что происходит. Если где-то зовут на помощь, он побежит туда и будет помогать. Это вот на это оно работает. То есть мы сейчас вынуждены себя уже учить в этой войне не обращать внимания на рефлексы. Вообще никакие. Не на рефлексы своих потребностей, не на рефлексы какой-то жалости. Это четкий сухой расчет. Четкий сухой расчет выполнения задач. Что, на что русские все-таки подкидывают нас. И они подкидывают такие вещи. Они непонятно почему могут... связанного человека, отрезать ему гениталии, снимать это на видео. Они отрезают голову там, связанному человеку. Ну, в какой нормальной цивилизованной стране это будет вообще понимание? Это военные, это военно-пленные. Есть Женевская конвенция, которую мы жестко и пристально мы ее преследуем, и мы контролируем ее. Ну, против нас она работает, потому что мы не можем давать отпор, так как мы хотим давать этот отпор. А мы хотим тоже, кто-то уже оскандалил, и он уже хочет более жестко себя вести, но он себя тормозит, потому что он говорит, я европеец, я не могу себе такое позволить. Да, я тоже имею нож, я тоже имею навыки какие-то, я тоже могу это сделать, но я не буду это делать. И когда мы берем их пленных, они себя очень вальяжно чувствуют. Они спокойненько сидят, разговаривают, они не напряжены, потому что они знают, что те пленные, которые возвращались уже, они ездят там и дают инструктаж, что в их понимании хохлы, то есть мы украинцы, мы относимся к пленным как к обычным гостям. Нету никаких ни избиваний. Пленные, которых мы меняли, и которых я брал в плен. Когда я его брал в плен, он был размером чуть-чуть больше, чем этот штатив. А когда его выводили на обмен, он был больше, чем я сейчас в два раза, еще и с клетчатой сумкой вещей, которую дала ему наша держава. Он пришел за запорожцем, вышел Dodge Challenger. Ну, скажем так, он приехал на самокате, а выехал на джипе. Ну да. Да. Но как это может быть? Это же страна, которая дала миру Достоевского, там еще кого-то. Этого просто не может быть. Нет, наверное, надо все-таки укоренять. Давайте серьезно. Но почему, почему такие вещи совместимы? То есть та высокая культура, которую они сами говорят. Давайте вы мне назовете 10 вещей, что Россия имеет своего. Вот что она имеет свое? Вот мы говорим сейчас, да, мы затронули очень интересную тему. Дала Достоевского.
Да. Я не утверждаю, но я предполагаю, что если посмотреть в корни Достоевского, мы найдем какие-нибудь европейские корни. Ну, так он был технически потомком людей, которые были граждане или подданные Великого княжества Литовского. Все, мы ответили на наш вопрос. Значит, не дала эта страна Достоевского. Это Достоевский дал себя этой стране. Что еще имеет эта страна? Что эта страна придумала? Ничего. Белку и стрелку? Это, по-моему, китайские персонажи, старые какого-то там вообще чего-то там, где-то, которых проспонсировал Китай, опять же, тот же или там Япония, и Белка и Стрелка, это такие, знаете, опять же, да, есть сомнения. Давайте будем просто, ну, не будем тут кривить и шутить. И просто уникальная ситуация. Люди, которые говорят на хорошем русском языке, то есть та же самая интеллигенция, которую мы видим кадры сегодня, после, два года спустя после инвазии, это просто люди, которые выглядят как нормальные люди и, кроме того, еще и интеллигентные люди. Но когда их там покопаешь, у них лезет вся эта коричневая фашистская чума. А, нацистская. Да. Почему это так? Почему это никак не заканчивается? Может быть, СССР победил не нацизм, а нацизм победил СССР? Может быть, такое. Может быть, это как-то какой-то укус чей-то? Нацизм, такой нацизм, какой мы знаем, зародился в России с Иваном Калитой, на мой взгляд. Пожалуйста. А сейчас он просто продвигается. У них же, посмотрите, у них же все нацисты. Они бегают, ищут Бандеру, нашего героя. Да, да. Они его там приписывают каким-то нацистам. Они очень любят искажать факты исторические. Они очень любят приписывать себя почему-то Киев приписывать к Руси, а не Русь Киеву. То есть у них очень много зеленого цвета, который отдает коричневым. Который, нету. Люди, с которыми разговариваешь, даже бывает такое, что хочется просто поговорить с человеком как-то, донести ему информацию. И ты с ним начинаешь на исторические какие-то вопросы разговаривать. Хотя я не историк, но образование наше позволяет. У нас хорошее образование, у украинцев практически у всех. И ты ему начинаешь задавать вопросы элементарные. Он не может тебе ответить. Ни начало Первой мировой войны, ни окончание. Не Солнце крутится вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Он говорит, как это так, когда Солнце встает, а Земля стоит на месте. И ты смотришь на человека, и ты понимаешь, вы сейчас серьезно? Вот вы серьезно? Вы кому дали автомат? Человеку, который думает, что Солнце крутится вокруг Земли? Так в контексте этой дискуссии не является ли себя обманом тот сентимент, что вот это плохие буряты, пусть даже с именем Иван, а вот придут эти питерцы и москвичи, так уже увидят всю свою ничтожность и зверство, и все обернется назад. Я в это не верю лично. Я верю в это, что если это будет контингент 35+, если это будет контингент до 35+, которые воспитывались на кровавых играх и так далее, многие из них, они пытаются эти игры кровавые реализовать в жизни. Угу. Там, побегать с ножами, пострелять там в кого-то, в людей. Для них это какой-то прям уже, знаете, необходимый ритуал убить, зарезать человека. Для них это живая возможность убить кого-то, и ему за это ничего не будет. Угу. Как правило, когда их только обучают... Угу. Я же так понимаю, вы знаете о том, как их обучают. То есть, да? Курс молодого бойца, мы об этом говорим, да? Да, например, медиков. Да-да. Есть, например, какая-нибудь база, где обучают медиков. Туда привозят кучу русского мяса. Всем говорят, вы все боевые медики, вы все идете воевать. Один говорит, я не хочу. Ему говорит, опа, а что? Я там не согласен с войной и так далее и тому подобное. Это подтвержденная информация. Есть военнопленный, который дает об этом вообще абсолютно открытое интервью. И он это все рассказывает. И это не он один только рассказывал, это многие подтверждают. Поэтому меня можно перепроверить. А так как я сказал, что за каждую информацию должен быть конкретный человек, время, место, и его можно проверить. И это все имеет место и время быть. Они берут своего же бойца, приматывают ему там 30-50 грамм тротила на руку. Ему отрывают руку, и они учатся на нем, все накладывают турникет. Бог мой. На своих же бойцах. Это тому отказнику? Да, который сказал, что он не хочет идти воевать против Украины, и он вообще не хочет воевать. Потом его приводят в порядок, ему также отрывают ногу и так далее. А потом просто его родителям пишется похоронка, что пропал без вести, и все.
Это нормально? Такое вандальное обучение? Я бы сказал, это нормально против тех, которые ездят, где знак кирпич, но... Ну, я шучу, конечно, да. А в наше время нужно шутить. И чем чаще, тем лучше. Юмор, кстати, помогает... кстати, это то, с чем вы прославились на весь мир, украинцы. Вы... Это просто да. Завидно даже. Да. А без юмора как-то будет очень нескладно на все это смотреться. Ну, просто смотреть на вот это шоу и не улыбаться – это плохо. Ну, так давайте уже шутить вместе. Давайте напоследок. Этот очень важный объект спекуляции. То есть молодые люди в Киеве, они там сидят в кафе уличном и не воюют. С одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что вы щадите свой молодняк. То есть да. У вас мобилизация с 27? 27. Да. Да. Можно об этом побольше? Нет, на самом деле это есть. И речь идет, наверное, не совсем о молодняке, как вы себя подметили, да? А мы считаем это цвет нации нашей. Это молодые люди, которые учатся, получают образование, будут развиваться, будут развивать нашу страну, ее прославлять и так далее. Но есть некие граждане, которых я не хотел бы даже называть в сегодняшнем порядке украинцами, которые... косят, по-другому никак не скажу, от выполнения своего гражданского долга различными моментами. Я прекрасно понимаю, когда ты косишь, и ты сидишь где-то очень тихо и приносишь какую-то прибыль для страны, платишь налоги, помогаешь армии, но при этом ты не выпячиваешь свою жизнь. А когда это 35-летний человек, у которого нет ничего, никого, как это объяснить? Его ничто, ему ничто не мешает пойти служить. И когда в военкоматы стоят очереди людей, у которых там обмежения какие-то есть по здоровью, которые были уже там участниками войны и так далее и тому подобное. Но вот этот человек приходит и публично выступает, поет в караоке, выставляет это в себе в соцсетях, и это все видят, и человек, который приходит обмежен и идет, и хочет, и требует, чтобы его пустили на войну, защищать родину. Ну, конечно, нам завидна такая штука. Нам, мы устаем, нам хочется отдохнуть. Это понятно. Я за 2 года получил первый отпуск. И я им успешно воспользовался для того, чтобы приехать лично Йонусу, который помогает мне уже на протяжении, по-моему, 1,5 года. И помогает очень серьезно. И всему народу Литвы сказать спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Поэтому я не упустил эту возможность, чтобы лично приехать, если мы говорим о том. И люди, которые позволяют себе выставлять себя, свою жизнь классную, веселую, и ребята, которые выходят с грязи, с окопов, у которых 200 килограмм грязи на обуви, он 2 раза контужен, у него осколки, а он отказывается эвакуироваться, потому что говорит, ну, больше здесь никому нет его стоять. Ну, здесь молодые, мне молодым нужно подсказывать. Слава Украине. Героям слава. Спасибо, господа. Спасибо всем, кто смотрел, и за нами победа. Перемога. Разом. Окей, спасибо. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.